Еще с 2013 года начали применяться штрафные санкции против курильщиков, нарушающих федеральный закон, прозванный в народе антитабачным. О том, можно ли сейчас курить в подъезде, в поезде, на улице, и о том, что влечет за собой дымящая сигарета в общественных местах, расскажут наши корреспонденты. В России федеральный антитабачный закон принят в феврале 2013 года. С тех пор в него вносились некоторые изменения и дополнения, но суть осталась неизменной. Основной идеей закона стала охрана здоровья граждан и ограждение их от последствий вдыхания табачного дыма. Статистика заболеваний, связанных именно с курением, достаточно неутешительная, поэтому принятие закона стало необходимой мерой. Высокая смертность вызвана не только непосредственным курением, но и тем, что многие страдают от пассивного курения, если не дома, то в общественных местах, в ресторанах, кафе, на остановках. В этом плане закон защищает права именно некурящих. С 23 февраля 2013 года действует федеральный закон Российской Федерации номер 15 ФЗ об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Статьей 12 данного федерального закона определены требования, запреты и ограничение курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Введен полный запрет на курение на территории образовательных учреждений, больниц, на детских площадках, в общественном транспорте, в аэропортах, железнодорожных и автовокзалов, в лифтах, подъездах многоэтажных домов и еще ряда общественных мест. Также под запретом бары, рестораны и кафе. По антитабачному закону места, в которых курение запрещено, должны быть отмечены специальным знаком. Так что курильщику будет полезно, прежде чем закурить, осмотреться. Потому что помимо мест, описанных законом, ограничить курение на конкретной площадке или территории может владелец. За нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей. За курение на детских площадках от 2 до 3000 рублей. Полномочия сотрудников полиции входит в составление административных протоколов по статье 6.24 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Значит, это конкретно идет за нарушение установленных федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и на объектах. Она разделена, данная статья, на две части. Первая часть непосредственно на территориях окружающих, отдельных территориях, помещениях и на объектах. Вторая часть – это конкретно за курение на детских площадках. По первой части у нас предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей на граждан. По второй части за курение на детских площадках от 2000 до 3000 рублей на граждан. На самом деле, при борьбе с зависимостью курения антитабачные законы играют не последнюю роль. Отказ от сигареты помогает сохранить здоровье и жизнь населению. Кроме того, своевременное информирование о вреде табачных изделий должно остановить желание попробовать курить. Ведь уже сейчас наша страна находится на одном из лидирующих мест по количеству выкуриваемых сигарет на душу населения. Профилактику курения проводить легче, чем бороться уже потом с зависимостью от никотина. Мнение об антитабачном законе высказали жители Славянского района. Наш Славянский район самый спортивный, я считаю, в Краснодарском крае. Детям нужно с самого детства привлекать к спорту, чтобы у нас все-таки была самая здоровая и счастливая нация. Он помогает очень. То есть дети не видят этого, этих плохих, вредных привычек. Ну, я так думаю, и берут пример со взрослых, со спортсменов. И больше занимаются спортом. Вы знаете, курильщики, конечно, они такие, что они как курили, так и курят. Но я считаю, что это правильный запрет. Я очень положительно. Если я даже говорю, если бы я была руководителем, я бы не держала курящих людей, которые стоят и курят вот так вот прилюдно. Нет, ради бога, комнаты должны быть, нарушать права нельзя, но открыто. Я категорично против. В принципе, положительно. По крайней мере, чище будет. Люди-то есть не курящие, в принципе, потому что, как бы, я считаю, что положительно.
Закон включает в себя не только запреты на курение в определенных местах. В него входит целый комплекс мер, призванных снизить потребление табачных изделий. Появились ограничения в продаже сигарет. Теперь в магазинах нельзя демонстрировать табачные изделия на витринах. Купить табачные изделия можно будет только по прайсу. Запрещена продажа сигарет в киосках. Помимо мер, которые напрямую воздействуют на производителей табачных изделий, активно проводится агитация здорового образа жизни. Среди молодежи сейчас появились позитивные тенденции. Курить становится дороже, сложнее, к тому же сегодня это уже не модно. Все больше курильщиков отказываются от сигарет в пользу здорового образа жизни. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».